bi vam rada podarila zamašek z vajne prve poročne steklenice šampanca. Я бы хотела подарить пробку с вашей первой бутылки шампанского. Желаю вам столько лепых скромностей в жизни, как и было мехочком номер. Желаю вам столько приятных моментов в вашей жизни, сколько пузырьков шампанского. Побом удаль притчи, да буста пазла с донс на то, дадим не? Свидетелям, чтобы они это сберегли. Mene je pa na Stršansko žal, ker nismo na Blejsmu v točku, kjer imajo tak nobel zvonček, na katerega lahko pozvončklamo in tako veliko sreče prinesemo. Mi je očin žal, što mi v dani moment ne nahodim se na tom ostrovi, gdje nahodit se kolokal želanje, v katero možno pozvaniti in zagadati želanje, katero izpolnite. Da, brez te sreče danes ne postala. Ko bote dobili kozarc v roko, ga visok dvignemo, trčimo enega v drugega in na tak način tudi veliko sreče prekličemo. No, ničevo strašnega. Sečas, kada vi получите bokal v ruku, mi vse vmesto čokim se, tem samim proizvedem zvon, kateri bude simbolizirati izpolnjenje naših želanj. In jaz jim na srce polagam, da ne le dobro potrkajo. Zato pravijo, da zvončklane s kozarci na Blejskem gradu pa prinaša srečo predvsem v ljubezni. Я уверена, что вы очень хорошо чокнетесь, потому что звук бокалов символизирует звук бокалов на граду, на замке Блед символизирует долгую счастливую жизнь. На здоровье, всем скупей! На здоровье, да. На счастье! Здравия! Здравия! Огромчик, слышно! Пойдем с гостями тоже. Так, а с гостями? О! Ну, давайте вместе подарим все вместе. Давайте. Опа! Горько! Давай, давай, горько, горько, горько. Ну, поцелуй. Давай, горько. Давай, чего такие скромные? Горько, 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 горько. Давай. Ровно. Да, ровно вот туда, не на. Правой ногой. Давайте. Подожди секунду, секунду. Люба, Люба, давай. Как это? Что-то надо, что-то надо. Подожди, не-не, надо что-то сказать. Боря, имя Шкахи Рушай, Шкахи Миниль. Чужак Рушай, Хики. Подожди, 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 давай. Имлюйский рафи. Имлюйский рафи. Имлюйский рафи. Имлюйский Имлёли это рушалай, а хати. Имлёли это рушалай, а рушим хати. Давай. Борька, а теперь бутылку. Всё, мазальдом. Теперь музыкать на мазальдом. Вернуться. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Тогда тебе отойти, я тоже пока не наговорю. Мазаль тоже. Покоси, покоси. Мазаль то. Мазаль то. Они реально. Все, Боря, снег уже нельзя кинуть. Давай, как нельзя. Уже снег не кинет. Призываю бухать. Так, можно выставить.
На мороз. Да, даже так? Ну что, я что, потерял? Ты меня уже потерял, Валя? Улыбайся. Серьезно. Камешки считали, что? Опа, опа, опа. Ваше совместное задание сейчас по старому обычаю наполнить первую бутылку вина. Я сам лен, мне хвидила в ночь, усе бы с тобой бы сама нарвить. Я, в общем-то, такой ленивый, значит, монах, и, в общем-то, мне неохота делать, поэтому он придется все сделать самому. Так, да. А вам легко, да, только мычкан вина за две наздравиться. Я сейчас вам дам попробовать вино, какое вы будете, какое выберете. Наздравиться. Для тоста. Для тоста. Да, легко. Сколько вас поет? А, 10. А у меня только подам. А? Говорит, сколько вас? Я говорю, 10. О, нет, столько не дам. Я студент. Вот, коли бы дал. Бом подал мечкан более ароматичное вино мушкат. Вино мушкат. Очень такое мускат. Ароматное. Мушкат. Всем удалось. Так. А так, поле. Берите девочку. Поле, так. Поле, так. Олег, маму пить пункт, подруга шейна. Больше, больше, больше. Спасибо тебе. Подожди. Она сказала, мужчина за девушку. Она бордушав не надо? Как хотите, это пожелание сейчас. Ну, давай. Сейчас, секунду, надо сейчас все скажут. Что, ты должен сказать? Уже сказали. Уже сказали. Сейчас главное тост. Бойка, поздно пить, прошу на это почки. А мать, у всех вино спрашивают? Люба, у тебя есть? Да. Да, у всех, да. Ну ты какая? А вино вкусно? Да? Вкусно. Вкусно. На здравие. На здоровье! На здоровье! На здоровье! Ну, я же выпила все.
Так, все, работать. Так, работать. Да. Подходите к нему, сейчас он скажет, что надо будет. Я смотрю, всякий день делать. А я каждый день, говорит, это наши. Смотри. Сюда? Кто там вин идет? Наливайте бутылку воды. Вина. Камеру посмотреть, улыбаться там. Чуть-чуть. Окей, браво. Профессионалец. Так. Майстер. Микцой. Окей. Бутылку сюда. У Бори легкая рука, он нам тоже дарит. Да, надо же будет ее открывать. Сюда. Прижимай. Прижимай. Так, да. Попку. Так. До конца. До конца. Улыбаться. До конца улыбаться. С удовольствием. Светлого конца. Ну давай, море, давай, давай. До конца. До конца, до конца. Так, да. Давай. Молодец. Бутылка. Молодец. Кебам. Ну-ка, ну-ка. Боря. Боря, ты же не куда. Это самое главное. То я говорю, чип, шери воск. Потопить бутылку. Да с половиной. Воск придержать 5 секунд. Тут? Да с половиной. Поняли, вот да, половина. Да. 5 секунд. 5 секунд давай, держать. Давай, подожди, пойми. Шерина в воске. На половину, 5 секунд. Окей, okay, хорошо. Это девочка всегда так тянет. Надо дама. Завьезать таких вот. Два узла. Завязать два узла. Полегло. А как я прервал? Я сам вспомнил, что он жил в Словении. Все. Кстати. Так. Нежно. Так, да. Нежно. Ага. Сюда, говорит, печать. Пальцем придержать. Печатный воск. Печатный воск на палец. На маску. Да, сюда. На палец. Скупа. Не, не, не. А, пять минут. Хорошо. Так, за вашу работу сертификат из нашей типографии список ваше имя. Пиши имя. Вот так список. Да. Вот так вот. Вот так, да. Как? Нет, так только твоим почерком. Юлия, пиши. Юлия. Джей Гау. Давай, пиши. На, пиши. Сергу. Ого. Так, зна, зна. Ловлю оператора. Да. Так, да. Браво. Там? Придержать бутылку, посмотреть камеру. Вот так, да. Юля, ты пиши там циферки и предоставь там много кто будет. Какого? Чести там. Спасибо. Спасибо. Зависи проходить из каждого. Какую я? Теперь проходим все в типографию. Не-не-не, момент. Момент бутылка. Типографию. Tiskarni Blejskega gradu, kjer bomo natisnili en lep spomin, še neuraden, ampak lep, na ta dogodek. Dobro pozdravljati v staro tipografijo zamka.
Здесь вы, в общем-то, отпечатаете свое свидетельство о браке. Конечно, оно неофициальное, но красивое и останется на долгую память. По-любому придолгий бы как зачем. И предлагает выбрать сейчас сначала. Razlog, zakaj ga imamo pa tukaj na tem ogradu, je pa tale umetna knjiga. To je v bistvu prva slovenska tiskana knjiga Primoža Trubarja, Abecedari, iz leta 1550. Iz 1555. Года, вот это первая slovenska knjiga, которая была значит, на типографии напечатана. На подобном. На похожем типографском станке. То есть он полностью соответствует, как он был раньше, просто немножко подремонтированный, чтобы работал. А так механизм и все остальное все еще 16 века. То есть вы сейчас себя чувствуете настоящими графами? Ну вообще. В замке? Без денег. Коля, зато лохо скупными мучми. Но теперь вместе принти за туле и до конца на ту сторону смотреть на типографию. До конца и смотреть на нас. До конца, до конца. Совсем до конца. Еще, еще. Добро. И назад. И назад теперь. Готово. Что ж ты сказал, да? Вау! Да, помощь я на лиду. А я буду шейно. Lahko bi vprašati, ampak jaz bi... Ja, zakaj pa ne, če... Plohovato, če to vi to samo poработali. Nada bojte še raz delati. Še raz. Da. Ok, še eno bi ja boš. Thank you.
Пройдем сейчас. Спасибо.